Привет! Сегодня мы с вами варим яйца. Просто варим обычные яйца и больше никаких секретов. Это видео для тех, кто не умеет их варить. Просто берем яички и очень аккуратно кладем в кастрюльку. В кастрюльку или ковшик. Ковшик обычно или висит на крючке над столом, или там, где кастрюлю, можно погромыхать и найти этот ковшик. Вот обратите внимание, вот если у вас кастрюля большая, и вот так вот просто положите, они могут разбиться. Наклоните кастрюльку, и тогда вы можете уложить их аккуратно. Не опускайте яйца в воду. Это плохо. А лучше налейте воду прямо в этот ковшичек или в эту маленькую кастрюльку. Потому что, когда вы в воде, они могут тюкнуться об дно при погружении и разбиться. И горячей водой не надо, холодной. Поджигаем конфорочку. Лучше выбрать самую маленькую. И ставим на нее. После этого ждем, когда вода закипит. Я вернусь к вам, когда она только-только начнет закипать. Вода, как видите, уже закипает. И вот таких вот маленьких булек уже достаточно, чтобы переводить на маленький огонь. На всякий случай. Это плохо, когда вода испаряется ее много. Потому что она много испарится, и яйца у вас будут не в воде, а торчать наружу. Поэтому вот лучше перевести. И после того, как она закипела, мы сегодня варим яйца вкрутую, наверное, это понятно. После того, как закипела, ну, еще 5-7 минут на всякий случай, потому что, когда мы варим яйца вкрутую, они нам нужно заведомо, чтобы не были жидкие. Переварить яйца невозможно, их можно хоть 3 часа варить, лишь бы вода не выкипела. Ну, сколько не жалко, столько и поварите. И я вернусь к вам тогда, когда мы будем с вами их охлаждать. Снимем с плиты и начнем охлаждение. Прошло минут 7. Как видите, вода частично выкипела, можно газ выключать, и сейчас мы будем яйца охлаждать. Чтобы охладить яйца, включаем самую холодную воду, можно тоненькой струечкой, не обязательно большой. И заливаем наши яйца холодной водой. Первую партию можно воды вылить, потому что у нас горячая кастрюлька, горячие яйца, чуть-чуть их охладим, а потом можно просто залить и оставить их на какое-то время. Сколько мы варили яйца? Получилось где-то минут около 7. Ну вот уже. Но ручка еще теплая, хотя здесь уже холодно. У меня вода очень холодная, около плюс 8. Поэтому, в принципе, вот это переливание можно уже заканчивать. Можно просто поставить их охлаждаться в этой кастрюльке. На этом все. Пока. Смотрите наши следующие видео. Не забывайте приглашать на наш канал своих друзей из ВКонтактика и Одноклассников, потому что у нас здесь очень много веселых видео про то, как сварить пельмени, про то, как почистить картошку. Ну, в общем, вообще видео очень много. Это как бы решение всех проблем на кухне для тех, кто хочет это делать просто из того, что есть под руками. По-быстрому и вкусно. Пока. Смотрите наши следующие видео.